Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, вы все смотрели развитие управления в прошлый вторник. И помните, что третий тренд – это бренд. И пора уже начать инвестировать. Но для начала давайте определим наши цели. Первое. Забрать долю людей, которые хотят работать с агрегаторами. Второе. Увеличить узнаваемость бренда с формированием ассоциаций, таких как профессионализм, безопасность, технологичный подход. Третье. Обеспечить рост брендовых запросов и трафика на сайт. А теперь давайте проследим основные тренды. Начиная с 2020 года мы столкнулись с Бенни-миром и продолжаем в нем существовать. Людей интересуют больше собственные дела и дела своей семьи. Все меньше россиян надеются на судьбу и понимают, что все зависит от них. Они избегают рисков, но при этом они готовы предоставлять даже личные данные, чтобы получить более выгодные предложения. Для того, чтобы узнать нашу аудиторию, мы провели десятки глубинных интервью с клиентами и риэлторами, опросили более 1500 покупателей квартир, пользовались открытыми источниками и данными Медиаскоп. А сейчас давайте посмотрим на нашу аудиторию. Егор, 25 лет, Санкт-Петербург, женат, активный и интересующийся, но не готовый оставить свое спокойствие и желание заниматься любимым делом против экономии на комиссии. Все делает интуитивно. Нравится самому подбирать квартиру и фантазировать о новой жизни. Выбирает или по знакомству, или крупное, известное, с лицензиями агентство. Выбираем квартиру вместе с женой. По сути, это наша первая серьезная покупка. Но я думаю, мы во всем разберемся самостоятельно. Немного усилий и готово. Когда я понял, что риэлтору придется платить 120 тысяч рублей, я подумал, зачем? Я сам смогу все сделать. Светлана, 41 год, Москва. Есть опыт покупки квартиры. Бухгалтер, которая последние годы, как расселась с мужем, поняла, что только сама себя и детей сможет обеспечивать. Внимательно к каждому потраченному рублю все считает и планирует. Покупает недвижимость для подрастающего ребенка. В любом договоре есть много подводных камней. Риэлтор нужен только для того, чтобы правильно прочитать и учесть риски. Григорий, 45 лет, Новосибирск. Деловой человек с опытом покупки недвижимости. Считает, что риэлтор ускоряет все процессы сделки. Сам тратить время на поиски не готов. Час его работы стоит очень дорого. Зачем ему вникать в то, в чем он не силен? Любит выбирать из ограниченного списка проверенных квартир. Если я обращаюсь и плачу деньги, то я хочу, чтобы они все решили, вплоть до того, чтобы за мной заехали на машине. Но вспомним процесс покупки жилья. Он состоит из 4 этапов. Как вы считаете, на каком этапе мы имеем преимущество, а на каком этапе агрегаторы? Окей, этап планирования. Он длительный и может составлять несколько месяцев. Аудитория не до конца понимает критерии выбора и ситуацию на рынке. Эти поиски приносят им удовольствие. Им важно увидеть горизонт вариантов, включая объявления от собственников. Около года не могла решиться. Авито привычно, удобно прицениться. Мониторила варианты, когда еще жила с родителями. На этом этапе конкурировать с агрегаторами достаточно сложно, поскольку люди хотят увидеть разнообразные варианты. Авито для продажи вещей, а не квартир. Цан, я туда пару раз заходил, чуть с ума не сошел от большого выбора. Люди, которые покупают или продают, в основном смотрят все на Авито. Посмотрим, как позиционируют себя конкуренты. Какую бы квартиру вы ни выбрали для аренды или покупки, ЦИАН позаботится, чтобы вы не переплатили. Ведь мы анализируем объявления и отмечаем квартиры с выгодной ценой.
пишите собственнику в чат или звоните, как выберете. ЦИАН делает акцент на большой базе объектов и возможности легкого выбора. Авито ставит ставку на большой выбор и говорит, что найти квартиру так же легко, как пальто. Как ведут себя застройщики? Они делают акцент на эмоциях, потому что они предлагают конкретный товар. В заквартире все по-другому. Тут даже утро понедельника может быть добрым. Переезжайте к нам на pik.ru. А теперь про агентство недвижимости. Люди не видят разницы в агентствах. В основном стараются найти риэлтора по рекомендациям или ориентируются на его базу объектов и личную симпатию. Он был по знакомству, я даже не помню, из какого агентства. Да мне нет разницы, из какого агентства риэлтор. Вызывает доверие личный контакт с риэлтором. А что о нас говорят? Они уже чуть ли не 20 лет на рынке. Современная, динамичная, развивающаяся. А вообще они мне ассоциируются с хорошей репутацией, надежной. А теперь возвращаемся к этапам покупки недвижимости. Этап рассмотрения, когда беспокойство о деньгах становится максимальным. Вопрос выбора теперь не стоит на первом месте. Фокус смещается на сделку. Это наиболее выгодный для нас этап. Мы можем доносить информацию через профессиональных риэлторов, которые заинтересованы в помощи клиенту, а не в продаже любым способом. Большая сумма, очень много подводных камней. Пройдет 9 кругов бюрократического ада. Страх, что даже если мы сами найдем, как мы проведем эту сделку, мы ведь в этом не разбираемся. Мы не должны говорить про широкий выбор, поскольку не сможем конкурировать с агрегаторами. Необходимо занять территорию профессионализма. Выбирать жилье можно где угодно, а покупать только в этажах. Найди свой дом на этажи.ком – это уже сформировавшийся стереотип. Это то, о чем мы говорили ранее, поэтому мы идем дальше. Купи свой дом на этажи.ком. И проверенные квартиры на этажи.ком. А твой брат когда уже съедет? Квартиру выберет, купит и съедет. Куплю, если документы все чистые будут. Да я выбираю. Этажи.ком. Для тех, кто навыбирался. А теперь добавим сюда наши преимущества и то, что нас отличает от других агентств. Только проверенные квартиры. А твой брат когда съедет? Купит квартиру и съедет. Выбрал уже какую-то. Не выбрал. Там собственники мутные оказались. Я сегодня еще повыбираю. База проверенных квартир на этажи.ком. Для тех, кто навыбирался. Риэлторы, которые подмечают все тонкости. А брат твой когда съедет? Квартиру купит и съедет. Выбрал уже какую-то. Не выбрал. Там весь договор мелким шрифтом написан. Я завтра еще повыбираю. Риэлторы, внимательные к мелочам, на этажи.ком. Для тех, кто навыбирался. Возможность получить скидку от собственника на вторичное жилье. А твой брат когда уже съедет? Квартиру купит и съедет. Выбрал уже какую-то. Не выбрал еще. Мы по цене не сошлись. Завтра еще поищу. Квартиры с выгодой на этажи.ком. Для тех, кто навыбирался. Гарантия безопасности сделки. А твой брат когда съедет? Квартиру купит и съедет. Выбрал уже? Не выбрал. А вдруг там мошенники? Мне кто потом деньги вернет? Я еще повыбираю. Гарантия безопасности сделки на этажи.ком. Для тех, кто навыбирался. Доказательств достаточно. А для того, чтобы это работало, используйте подготовленную для вас медиа-стратегию.
В зависимости от узнаваемости бренда на вашей территории, вы действуете по рекомендованному плану. Для тех городов, которые не могут позволить себе комплексную рекламную кампанию с использованием всего набора рекламных носителей, мы рекомендуем брать макеты с основным ключевым сообщением. И в заключение, коллеги, хотелось бы напомнить, что инвестиции в собственный бренд дают более конверсионные заявки с сайта. Минуточку, в 5 раз. И стоят для вас дешевле в среднем в 4 раза в сделке. А знание бренда делает нас первой точкой контакта, когда клиент задумывается об операциях с недвижимостью.